В рамках национального проекта образования в предыдущие 2 года в нашем крае уже были созданы 8 мастерских, соответствующих международным стандартам WorldSkills. В текущем же году еще 3 учреждения среднего профессионального образования получат федеральную субсидию свыше 40 миллионов рублей на обновление своей материально-технической базы. А до конца 2024 года будет создано уже 24 новых мастерских. Это позволяет нашим учреждениям в первую очередь повысить качество подготовки студентов, использовать новые образовательные технологии, стать площадками для проведения демонстрационного экзамена. Это такие экзамены, когда создаются реальные производственные условия, а выпускники системы среднего профессионального образования должны подтвердить уровень своей квалификации на соответствие международным стандартам. В тех мастерских, которые будут созданы в текущем году, будет вестись подготовка кадров по таким компетенциям, как электромонтаж, промышленная автоматика, администрирование отеля, туризм, поварское дело, кондитерское дело, парикмахерское искусство. Мы планируем открыть новые мастерские уже к началу нового учебного года.